Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить с вами шоколадный кекс. Он готовится настолько быстро, что вы даже успеете приготовить его на завтра. Нам понадобится 200 грамм обычного геркулеса. Его нужно перемолоть в муку. Также нужно добавить 100 грамм муки. Можно взять любую. Обычную, цельнозерновую. У меня рисовая. 2 столовые ложки какао. Перемешаем. Теперь добавим 150 миллилитров теплой воды. Немного подогрели ее в чайнике. Тесто получается как густая сметана. Добавим пол чайной ложки разрыхлителя. Пару столовых ложек масла. В качестве подсластителя я буду использовать мед. Также я добавлю немного изюма, буквально полстакана. Перекладываем все в форму и ставим разогретую на 180 градусов в духовку на полчаса. Вот такой шоколадный пирог с изюмом у нас получился. Он очень быстро готовится. Возьмите его на вооружение.